Ты кто? Это мой парень. Уйди. Нихао. Меня зовут Гела. Меня зовут Хао Янг. В этом видео мы вам расскажем о нашем первом разе. О наш первый поцелуй и первый... Секс. Надеюсь, вам будет интересно. Наши истории знакомства вы можете узнать в нашем первом видео на канале. Вот тут будет где-то ссылочка. А сейчас мы расскажем вам немного другое. После того, как первый раз мы встретились с Хауяном, мы погуляли по Москве. После я, Хауян, его лучшая подруга и моя подруга, мы все пошли в бар немножко выпить. Китайцы пить не умеют, он сдох, его подруга сдохла. Прям я реально... нормальный был. Да? Блеванул и уснул. Всего-то нормально. А его подруга дольше держалась, но она потом падала, мы ее просто с подругой несли. Мы еле-еле донесли до отеля, потом оказалось, отель не тот. В итоге мы нашли другой отель, как раз их, где они остановились. Я тащил двух китайцев, потому что подруга уже убежала. И они уговорили меня остаться вместе с ними в отеле. Я такой, ну ладно. Да, Улан постоянно говорила, останься, ты же будешь его парнем, ты же будешь встречаться с моим другом. Я такой, ну давай останусь. Остались. Слева, нет, это справа. Справа лежит его лучшая подруга, бухая просто в щи. Тут Хауян, тут я. Хауянка мне помогла. Она заняла много места. Да. И я ее... Мы еле-еле ее двигали, чтобы одеяло себе взять. Потому что если ему одеяло хватало, мне нет. В итоге мы лежим. Служил? В итоге мы лежим. И Хауян такой. Давай поцелуемся. Такой, ну давай. Почему я так предлагал? Беси. И мы поцеловались. Но этим все не закончилось. И минет. Сначала нужно сказать, дети, выключаем видео. Дальше смотреть нельзя. А дальше случился минет. Он такой, а давай минет. Я такой, ну давай. Я просто никогда в такие ситуации не попадал. В первый же день не поцелуй минет. Нет? Обычно же. Я очень скромный мальчик. Максимум в клубе целовался. И то, только в 21 год. А я не целовался с друзьями. Ты целуешься с друзьями. В губки чмокают нормально. В итоге, после этого мы пошли спать с ним. Утром проснулись. А что было утром? А, я поехал домой, и он поехал с подругой гулять. Спустя 2 дня мы опять встретились и пошли вместе в клуб. Гей-клуб. Да, гей-клуб. Он первый раз пошел в нормальный гей-клуб, потому что в Казани, где мы сейчас живем как раз, и где он до этого жил, гей-клуб, не очень. Там только старые геи. И музыка тоже старецкая. Алла Пугачева и так далее. Ну, вы поняли. А в Москве есть хорошие гей-клубы, а мы пошли в самые лучшие. И там английская музыка, молодежь, все веселые, добрые, все тусят. И там уже случился наш второй поцелуй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Короче, мы там целовались просто всю ночь. Пиздяло. И в клубе, и в клубе он уже был такой, вот такой весь пьяный, он такой, Гела, ты мне нравишься. Да? Да. Ты в клубе уже сказал, что я тебе нравлюсь. Просто нравится бать. Ну и что? Симпатия это первое. Значит, просто секс хотим. Что ли? После мы поехали домой к моей подруге. И все. Что потом? А потом Хауян решил остаться в Москве еще на целую неделю, потому что он не захотел уезжать. А его подруга уехала. Мы пошли жить эту всю неделю к моему лучшему другу. Привет, Али. В итоге... У нас там случился первый раз. Расскажи, как? Как? Просто хуй в жопу, еще что-то. Да нет, ну блядь, Хауян! Ты дурак? А как? Короче, мы неделю жили у моего лучшего друга. И в самый же первый день мы решили заняться кексом. Но у нас не было презерватива и не было смазки.
Поэтому мы взяли презики с маску лучшего друга моего. И пока он в другой комнате спал, мы испекли кексы. Вот. Потом утром испекли, днем испекли, вечером испекли. Ну, короче, много пекли кексов. Мы сладкоежки были. Да? Как? Так. А в одну ночь друг сам пришел, дал пачку презервативов и такой, чтоб, ну, было. Мы такие, ты о чем? Мы не такие. И вот, примерно так прошел наш первые разы. Но в первом симпатии признался пупсик. А, да. Ты первый признался в симпатии, первый признался в любви. Когда спустя месяц я приехал к нему в Казань на 14 февраля, мы опять пошли в клуб, он сильно напился и такой, Гела, я тебя люблю. А ты постоянно говорил, что я первый признался в симпатии. Хорошо, я. Еще вот так сделай, как казахи. Все. То, что одно пришло к мне. Сука. Ребята, потом склейте всех видео 30 минут абьюзерства Хауяна. Кто первый признался? Все, ну что, на ком спать, пока. Ты охреневший. Че кусаешься? Нельзя кусаться! А!